Павловна Конопатская одна из самых значительных дагестанских художников, интерес к творчеству которой с годами неуклонно растет. В 1955 году она переехала с семьей в Дагестан и здесь уже прожила всю свою жизнь. Здесь же продолжили жить ее сына, ее сын, невестка, супруг. Для нас творчество Галины Конопатской – это очень важный, очень серьезный пласт нашей культуры. Она была художником очень разностороннего дарования, она прекрасно работала и в живописи, и в графике. При этом в графике тоже ее творчество очень разнообразно, она занималась и печатной линогравюрой, и цветной, и черно-белой, и рисунком, и тушью, и акварелью. И одной из важных частей ее творчества была книжная графика. Еще в 1952 году, находясь вместе с мужем на поселении, она получила премию и грамоту за участие в 4-й Всеколумбской выставке за иллюстрацию к роману Диккенса «Холодный дом». Здесь мы представляем часть ее художественного наследия в книжной графике. Это иллюстрация к произведениям великих русских поэтов и писателей Пушкина, Гоголя и Федора Михайловича Достоевского, чей юбилей мы празднуем в этом году. И иллюстрации Гофману и Диккенсу. Хочу сказать, что, безусловно, эта выставка будет интересна как любителям искусства, так и любителям литературы, потому что Конопатская смогла запечатлеть их, как и создать очень яркие образы, очень интересные характеры. И выставка продлится в течение месяца. Думаю, что она будет интересна нашим посетителям. Сегодня мы присутствуем на открытии выставки, посвященной 200-летию Достоевского. Это Галине Павловне Конопатской. Конопатская оставила заметный след в искусстве Дагестана. Должен сказать, что я горжусь и радуюсь, что и в фонде Союза художников Дагестана есть ее произведения. В свое время приобретали произведения наших художников. Конопатская внесла вклад не только в дагестанское искусство, она внесла вклад более шире, она оформила более 20 книг разных писателей, авторов, и в том числе, конечно, и дагестанских авторов. Ее каталог тоже изданный с помощью Музея изобразительных искусств является тоже как достоянием. И мы гордимся и радуемся, и дарим эти каталоги, и показываем. И есть что показать. Вот такое замечательное творчество у нее, оно посвящено Дагестану. И по ее творчеству можно увидеть, как она любила Дагестан и дагестанцев. Хотя она ушла в 98 году из жизни, но ее творчество, те произведения, которые у нее остались, они по сей день актуальны и выставляются на выставках разного уровня, в республике и за ее пределами. Вот такое значимое творчество Галины Павловны, светлая память о ней с нами остается, ее произведения с нами остаются, ее близкие и родные хранят это все, берегут. И я рад, что наш музей достойно хранит коллекцию и выставляет в том числе произведения художников, которых с нами нет, но произведения их, как я уже сказал, остаются с нами. Спасибо еще раз хочу сказать организаторам, спасибо, кто сохранил ее творчество, и спасибо всем, кто пришли посмотреть на эту выставку. Специально для всероссийской акции «Ночь искусств» Дагестанский музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой подготовил оригинальную выставку. Это графика, книжные иллюстрации Галины Павловны Конопатской. Эти работы хранятся в семье художника,
и еще ни разу не выставлялись, то есть широкая публика их не видела. Галина Павловна – это классик дагестанского изобразительного искусства, очень много сделавшая и в живописи, и в графике, и пробовавшая себя в самых разных техниках и стилях. И ее книжная графика, она практически неизвестна ни специалистам, ни широкому кругу зрителя. К 200-летию Достоевского, которое отмечает вся Россия в этом году, музей предлагает познакомиться с иллюстрациями к романам Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Подросток». То есть мы можем увидеть, как Галина Павловна размышляла над этими произведениями, как она выстраивала образы, хорошо нам знакомые с детства. И что хочется сказать, можно провести такую параллель, как мы всю жизнь можем обращаться к классической литературе, каждый раз перечитывая вроде бы знакомые со школьной скамьи произведения и открывая для себя все новые и новые впечатления. Так можно и обращаться к творчеству Галины Павловны Конопатской, удивляясь ее мастерству, точности образов, тому, как глубоко она мыслила, размышляя вместе с художником. Это уникальная возможность, поэтому стоит посетить выставку книжной графики Галины Павловны Конопатской в Дагестанском музее изобразительных искусств. Дорогие друзья, позвольте вас поздравить с Днем народного единства сегодня и с проведением и участием акции «Ночь искусств», которая, к сожалению, в этом году проходит в онлайн-формате. Согласно предписаниям Министерства культуры Дагестана, предписаниям Роспотребнадзора и санитарного врача, но тем не менее мы проводим это мероприятие с соблюдением всех антиковидных правил и в присутствии представителя Министерства культуры нашего. И выставка наша посвящена творчеству Галины Павловны Конопатской. Я хочу предоставить слово, приветственное слово нашему другу, директору музея истории города Махачкалы Зареме Дадаевой. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Замечательная вообще традиция и музейная ночь искусств, когда можно прийти в музей, прийти в такое особенное время, вечернее время, которое ассоциируется у нас как-то с домом. И в этом смысле, конечно, то, что вот гости и посетители могут приходить вечером, это такое вот, как сказать, ассоциация музея с домом. И приятно, когда вот музей является центром притяжения, он несет такую миссию, в том числе и доброжелательную. По поводу вот выставки, которая сегодня открывается, это, конечно, удивительная история, когда художник, большой художник, которого ты знаешь, которого ты изучаешь и которого бесконечно открываешь для себя, вот просто потрясающие работы. Феноменальное искусство Конопатское, которое раскрывается вообще удивительно и в книжной графике, в книжной иллюстрации. Вот эта линия ее тонкая, как умение создать настроение. И потрясающий мастер. Просто я сейчас пошла, посмотрела работы, это впечатление необыкновенное. Я хочу поблагодарить Музей изобразительных искусств за такой подарок большой, потому что это, конечно, особенная радость и счастье открыть в известном и большом художнике огромную такую составляющую и в очередной раз посвятиться, потрястись и стать счастливее, потому что настоящее искусство, оно делает человека счастливее. И музей искусств, вот такой первооткрыватель именно книжной иллюстрации Галины Павловны Конопатской, огромное вам спасибо. И я хочу пожелать вот в эту ночь, чтобы музейную ночь, чтобы было больше интересных проектов, и чтобы мы с
скорее уже начали собираться в обычном режиме, не без всяких ограничений. Спасибо. Вы, наверное, не будете возражать, если я от вашего имени поблагодарю отсутствующих, к сожалению, здесь Юлу Августовича и Жанну Колесникову, которые предоставили эти замечательные произведения, часть которых уже находится в российских музеях, а вот такую действительно значительную, прекрасную часть они предоставили нашему музею и украсили нашу ночь искусств этой выставкой. И хочу предоставить слово за отделом изобразительного искусства Александру Сергееву, который внес огромный вклад в организацию этой выставки. Добрый вечер. Хочу поздравить всех с сегодняшним днем, с праздником и также с акцией «Ночь искусств». Выставка действительно получилась очень, несмотря на всю свою камерность, она получилась очень такая многогранная, многоликая, где Галина Павловна Конопатская предстает перед нами, перед зрителем в своей другой ипостаси, как прекрасный книжный график, работающий в развитии. То есть мы видим, как она подходила к профессионально подходила к иллюстрации тех или иных произведений, она не повторялась в стиле, в почерке, и это вот действительно та новая грань Галины Павловны Конопатской. Я надеюсь, что выставка будет пользоваться большим успехом у зрителей как онлайн, так и офлайн. Спасибо всем, кто... Сейчас хочу предоставить слово куратору этой прекрасной выставки, научному сотруднику отдела ИЗО и Дармачевой Равзат. Мне очень приятно, что я стала куратором такой выставки, что мне такой материал предоставился исследовать. Действительно, она очень многогранный художник, и иллюстрации ее охватывают большой период, большое количество писателей, целые пласты, может быть, но образовательные, которые в школе нам прививаются еще советских времен. И как она их решила художественно по-своему, каждое произведение подходило со своим почерком, пытаясь соответствовать стилю художественного автора, где-то сатирическому, где-то лирическому, где-то драматическому. Но мне было интересно работать с этой выставкой. Просто даже прикоснуться к ее творчеству и увидеть. Спасибо. Сейчас под конец нашего открытия завершающее слово хочу предоставить нашему куратору в Министерстве культуры Дагестана Самеду Абдуровичу Атамагомедову. Всегда начинаю такие вечера в последнее время со словом «к сожалению», потому что как Государственный Дагестанский музей изобразительных искусств умеет делать эти ночи, ночи искусств, ночи музеев, это какие здесь масса людей приходят и с такой духовной удовлетворенностью уходят. Выставка, ну просто что-то из детства. Вот как зашел, первые картины, первые иллюстрации, сразу школьная программа была я. То есть по любой картине, по любому рисунку узнаешь то или иное произведение. И все они такие какие-то точные. Не судить правильно, нет, но вот ощущение, что школьная программа присутствует. Хочу поздравить вас и думаю, в следующем году хотя бы это заразно составит. И мы сделаем такие ночи, которые мы умеем делать. Спасибо большое. На этом наше открытие завершается. Все желающие могут услышать экскурсию Равзаты Карпачевой. Наша выставка открывает малоизвестные страницы творчества Галины Конопатской как книжного иллюстратора Дагестанского книжного издательства. Рисунки предоставлены из архива семьи Августовичей. Рисунки охватывают иллюстрации к произведениям
русских писателей, зарубежных писателей, но в том числе большой блок иллюстраций посвящен произведениям Федора Достоевского. Юбилею 200-летия Федора Достоевского мы вот открыли эту выставку и собрали блок его иллюстраций к его произведениям. В этом отсеке они посвящены именно произведениям Достоевского. На этой стене представлены иллюстрации к преступлению и наказанию. Вот здесь можно узнать по черно-белым иллюстрациям знакомые персонажи. Выбирая технику черно-белую, то есть тушь с размывкой, художник, во-первых, исходил из того, что иллюстрации в тот период были черно-белые, возможности книжного издательства. Во-вторых, черно-белый цвет давал возможность передать драматичность, внутреннее напряжение чувств при помощи тональной растяжки вот этих цветов, как бы от черного и белого, от темного и светлого, от добра и зла, какое-то такое внутреннее психологическое напряжение. Здесь узнаваемые персонажи, например, вот отец Сони Мармеладовой, Елизавета Ивановна, сестра проценщицы, сам Раскольников, тут сестра Раскольникова, Дуня Раскольникова. Тут вот тоже вверху Дуня Раскольникова со Светригайловым, чуть ниже Соня Раскольников, исследователь, дальше большой портрет старухи-проценщицы, ниже опять Раскольников, и вот в углу уже Раскольников, решившийся на преступление, подошел к старухе сзади, чуть выше он силуэт бегущий, это он после преступления убегает с места преступления, и внизу Раскольников у следователя. В витринах представлены иллюстрации к произведениям подросток Достоевского, а также братья Карамазовы. Они выполнены в виде набросков, тушь-перо, но образы, главная суть, характер, конечно, схвачен и очень порой узнаваем. Вот здесь можно узнать среди персонажей Дмитрия Карамазова и его отца Федора Карамазова, и их столкновения. Также Федора Карамазова и Смердякова. Или вот среди монахов, послушников можно предположить, что это Алеша. Здесь тоже какие-то персонажи узнаваемы, какие-то нет. Алеша Карамазов также представлен в живописном акварельном портрете. Вот в такой также технике. Конопатская, конечно, наша выставка представляет произведением, иллюстрации произведением Гоголя, Горького, Пушкина, Александра Толстого, Бальзака и Гофмана. Все они расположены в другом отсеке зала. В этом зале представлена иллюстрация, произведением Горького «Русские рассказы». Это сатирическое произведение, где само повествование сатирическое, едкое, оно и диктует художнице анекдотический, едкий изобразительный язык. Язык, использующийся как прием у плаката, народного лубка, даже иногда с элементами футуристическими какими-то приемами. Вот, например, эта иллюстрация, сказка номер 9. Вольнонаемный служащий Аронтий, капитан Аронтий, который был нанят на службу для множественных казней инакомыслящих. В сказке номер 9 к разгадке изображения подталкивает сама авторская надпись Конопатская в углу «Черносотенец». Осенью 1905 года, когда в России уже бушевала внутренняя смута, а на арену политической
политической борьбы с заметным отставанием от демократических и радикальных партий вышли черносотенцы, решившие отвечать на терроризм анархистов ответным террором, защищая основу самодержавия. Реакционные силы Горькие собирают в такой образ Аронтия Стервиненко, вольнонаемного капитана, которому было дано поручение истребить инакомыслящих. По сюжету сказки он в 3 недели посадил и развесил 10 тысяч граждан, спеша растратить выделенные на казнь деньги, освоив бюджет. Переусердствуя в казнях, попал под суд за перерасход денег, но не за повальное истребление граждан. Другая сказка, например, номер 6, рассказывает о образе либерального барина. Горький в этом отличает ту часть интеллигенции 1905 года, которая праздно болтала о гражданских правах народа, а на практике придерживалась правила не давать, усмиряя крестьян с помощью войск. А из истории барин велел вымарать все факты, которые способны соблазнить на либерализм. Интересно, что Конопатская нашла изобразительный язык, аллегорию в виде нависшего над всем громадного невидимого всадника, обозначающего собой силовые карательные ресурсы государственной власти. В этой иллюстрации номер 5, в сказке номер 5, дается сатирический портрет барина, потерявшего национальное лицо и пытающегося обрести его в столкновениях с инородцами. Прототипом к изображению, к изображенному стал лидер русских националистов Петр Струве, выступавший после 1905 года шовинистическими идеями. Петр Струве в 1907 по 1912 год был депутатом Второй Государственной Думы от Петербурга, а с 1907 по 1918 был главным редактором журнала «Русская мысль». Здесь вот эти два рисунка, они иллюстрируют одну главу номер 3, сказку номер 3, в которой рассказывается о паднической поэзии декадентских литературных кружков. На первом листе поэт еще рифмоплет Евстигней Закивакин, поэт похоронного бюро, а на втором рисунке он уже превратился в известного поэта-декадента Смертяшкина с невестой после венчания в церкви напротив кладбища. Они ожидали свои кареты стильные, выполненные в виде катафалка. И вот на дальнем плане мы видим катафалк. В Европе, а позже в России, набирала популярность кладбищенская поэзия. Во второй половине 18 века кладбищенская поэзия вошла в репертуар европейского сентиментализма. Созерцание кладбища трактовалось как способ достичь мудрости, трагическому осознанию бренности всего земного. Образ поэта-упадочного Смертяшкина – это сатирический образ, в который превращается рифмоплет похоронного бюро Евстигней Закивакин, ставший декадентским мэтром. Псевдоискусство Смертяшкина оказалось проявлением обывательской пошлости, против которой оно выступало. Это сатира на атмосферу литературной жизни эпохи модерн с его стильным бытом декадентской богемы. С литературными вечерами читают поэмы о бренности жизни по полтине строка. Поэт Сологуб усмотрел в фигуре Смертяшкина шарж на себя. Горький позже пояснил: «Вероятно, когда я писал Смертяшкину, то в числе драки имел в виду и пессимизм Сологуба». В иллюстрации Горькому и в том числе и Гоголю, Конопатская, следуя сатире повествования, использует юмор как обличительное оружие, пользуясь приемами гротеска, аллегории, карикатуры. Изобразительный язык плаката «Народного лука» используется также в иллюстрациях к «Мертвым душам» Гоголя. На этой стене представлена серия иллюстраций к произведениям Гоголя, несколько иллюстраций к произведению «Нос» и большая серия к произведению «Мертвые души». Среди персонажей большое количество образов Чичикова, которые сразу легко узнаваемы. Вот, например, Чичиков ехал на своей бричке в город Н. Тут чиновники, образы чиновников,
Чернышков и город Н, в который он ехал, и слухи, которые моментально распространяются по городу Н. Чичиков приглашен был на бал губернатору, познакомился там с множеством помещиков, нужных людей, а далее путешествие от помещика к помещику он и встретил Коробочку. Вот персонаж Коробочка также представлен в нашей выставке. А позже, последняя, можно сказать, иллюстрация – это бегство Чичика из города, когда его начали подозревать в том, что он фальшивомонетчик, мошенник и так далее. Конечно, все же эти иллюстрации, опять же, продиктованные сатирой самого писателя, имеют сатирический изобразительный язык, как оружие, опять же, здесь используются художницы. В этом отсеке у нас представлены иллюстрации к произведениям Пушкина Евгений Онегин. Вот портрет Пушкина, сцена еще детей Ленского и Ольги, объяснение Татьяны и Евгения, кульминационная сцена дуэли и последняя сцена объяснения Онегина с Татьяной. Интересен почерк, которым художница выбрала изобразительный почерк, которым она иллюстрирует, создала эти иллюстрации. В чем-то каллиграфические зарисовки, небрежные, мимолетные, они напоминают сам почерк Пушкина на страницах, на полях своих рукописей. И вот в этом какое-то созвучие поэзии автора. На этой стене также представлено несколько, их немного, но иллюстрации к произведению «Хождение по мукам» Александра Толстого. Но основные персонажи вошли в эти произведения. Екатерина и Вадим, Катя и Вадим Рощин, Катя в Париже, Даша Бессонов и Даша Интеллигин. Конопатская также иллюстрировала большое количество зарубежных классиков. Например, вот на этой стене представлена иллюстрация к повести Бальзака «Покинутая женщина». Она выполнена в технике черно-белой опять иллюстрации, которая опять же прекрасно обнадела и давала ей возможность выразить внутренний психологизм, напряжение сюжета. Даже с какой-то кинематографической точностью, достоверностью. Иллюстрация выстроена по развитию сюжета. Встреча, письмо, потом счастливая жизнь, несколько лет счастливой жизни, где-то проведенные, и дальше опять разрыв. И она покинутая опять вновь женщина. Драма этой повести в какой-то мере созвучно с событиями, происходившими в 1947 году с самой Галиной Конопатской. В этот период и выполнена серия этих иллюстраций. В 1947 году она ездила с художественной командировкой в Магаданскую область, туда, куда был сослан ее супруг Александр Алексей Кустович, фронтовик. Но после войны он был сослан туда, и она поехала с творческой командировкой. А в 1948 году, видимо, приняв решение, окончательно переехала в поселок Ягодное Магаданской области, где они прожили до 1955 года, после чего переехали в Дагестан. Очень интересная и яркая, пожалуй, единственная наша экспозиция цветная, цветные иллюстрации к сказкам, это сказки Гофмана. И, например, сказка о Цальтисе, крошка Цальтис. Сюжет такой, что некий маленький мальчик, рожденный маленьким, уродливым и злобным, был на руках у бедной женщины, и волшебница пожалела его, наделила даром, что таланты окружающих передавались ему. И они думали, что этими талантами обладает крошка Цальтис. Вот тут вот можно угадать персонаж. Волшебница держит на руках крошку Цальтиса, гладит его волосы, наделяя три волоска волшебной силой. Ну и различные варианты
его ситуации в кошке Цахиса. Гофман, он мастер сказки, где реальное и сказочное переплетается. Канабатская, создавая эти сказки в какой-то степени, тем более, что она художник-кукольник, долгое время работала в кукольном театре, имела школу кукольного театра Образцова, в какой-то степени вложила, мне кажется, в иллюстрационный изобразительный язык вот эти навыки сказочницы. И во многих ее даже картинах порой навыки сказочницы вот, художника кукольного театра сказываются в том, как она их стилизует и создает образы эти. На этом наша экспозиция заканчивается.